Привет! Вы на канале Настя Шоу. Сегодня мы будем распаковывать вот такой наборчик бомбочки для ванны своими руками. И постараемся сделать парочку бомбочек. Да. Давай, вытаскивай, что там внутри. Россия! Флаг России, да? Да. Давай, вытаскивай. Вот что было внутри. Сейчас будем разбираться, что есть что. В первой мисочке смешайте соду и лимонную кислоту. А где оно? Ну, скорее всего, вот это сода, а вот это лимонная кислота. Во второй морскую соль 45 капель краситель и 40 капель отдушки. Это отдушка, а это краситель. Угу, а это морская соль. Угу. Так. Так, высыпаем в первую мисочку соду. Всю? Да. Прикольная такая. Не, аккуратно, не раскидывай. И лимонную кислоту. Всю? Да. Ого! А перемешать можно? Да, надо аккуратно перемешивать, чтобы не рассыпать. А ложечкой? Ну да. Как снег. Так блестит и как снег, да? Угу. Так, мы тщательно перемешали в двух мисочках. Вот здесь краситель, аромат и соль, а здесь лимонная кислота и сода. Теперь мы все это будем вместе смешивать. Высыпай сюда. Я ложечкой сейчас один ложечек. А это ложечкой надо помогать. Угу. Поближе. Помешать? Все высыпала. Угу. Давай мисочку. Перемешать? Да, перемешивай. Он шипит. Ну да, надо тщательно перемешивать. А теперь не боюсь, что высыпется. Так, мы надели перчаточки. Сейчас мы будем формировать бомбочки для ванны из нашей смеси красивой и ароматной. Давай, солнышко. Ты как будешь, сердечко или... Вот это. Вот это, да. А руками? Да, руками набивай туда прям. Держи. О, какая она! Офигеть! Плотно, 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 чтобы там. Сейчас я туда наложу. Угу. Прикольненько. Угу. Такая мягенькая. Холодненькая. Угу. Все? Набила? Да, набила. Ну, клади пока сюда, оно должно отдохнуть. И еще сюда одну. Теперь насыпай. Еще другой. У нас получились бомбочки. Когда они высохнут через 12 часов, мы снимем, как они бурлят. Да, ребята, если вам понравилась наша распаковка бомбочек, пишите нам в Инстаграм. Ссылка под видео.